Белоруссия откатилась в 90-91 год. Ну, точно то же самое было и тогда. Все эти митинги, шествия, размахивание флагом, который, ну пусть даже он национальный флаг, исторически обусловленный, но, ребята, вы в 90-91, может даже в 89 году, вы решили снова побороться так, как поборолись в прежние времена, но в Белоруссии все-таки победила более здравая линия. Не скажу, что она перспективная, но все-таки более здравая. Во всех остальных странах победили олигархии. Как все это расценивать? Надо второй раз пройти тот же самый путь? То есть попытаться снова сломать государственность, экономику, так как это сделано, как сделано в других так называемых постсоветских республиках. Ну, скажем так, постгосударствах, которые управляются даже не от имени народа, речь о том, чтобы народ сам управлял и не идет, такого в истории не было никогда, но от имени народа. Никто не управляет от имени народа, потому что все процедуры причастности народа к власти ликвидированы. Вы хотите, как в России, нам все время говорят, вы хотите, как на Украине? Вы хотите, как во Франции? Ну, как во Франции вроде как ничего, на Украине как-то совсем ни к чему. А чего хотите вы? Вот те, кто выходит, хорошо, ну, вышло вас там 200 тысяч. Ну, если выпучить глаза, то, наверное, скажут, да не, нас вышло 500 000. Ну, вышли вы, погуляли с флагами. Вам не нравится Лукашенко? Да мне он тоже не нравится. Но что взамен вы? Кого хотите взамен? Есть у вас кто взамен? Есть наверняка. Уж на посту президента какого-либо государства незаменимых точно нет. Но вы знаете этого человека? Это что, вот это вот Тихановское полное ничтожество? Ну, полное, полнейшее ничтожество. Вы хотите, чтобы не просто ничтожество возглавило нас, а управляемое, ну, так же, как Путин, за веревочки его дергают, он хорохорится, якобы он глава великой державы. На самом деле это кукла тряпичная. А это уж очевидно кукла тряпичная. И весь этот комитет, который они создали, просто проходимцы. Я бы просто повесил бы их на площади и не чувствовал бы никаких угрызений совести. Это враги Отечества. Вы хотите врагов Отечества поставить во главе Отечества, тогда у вас не будет Отечества. Лукашенко плох, но он не враг Отечества, да? Он просто устарел. Он за многие годы не вырастил политическую элиту, он не вырастил свою команду, поэтому и ходит везде один, только с охранниками. А где твоя команда? Где твое правительство? Это же эти бессловесные чиновники, которые двух слов связать не могут. То есть человек, не имеющий стратегического мышления, окружает себя просто подхалимами. Вот и все. Поэтому у Лукашенко нет перспектив. Но у вас тоже нет перспектив, даже в еще большей степени. Он-то жизнь свою уже прожил. И, надо сказать, прожил достойно. А вы, кому придется жить после Лукашенко, вы вырастили своего национального лидера? Вообще-то не одного, а надо там десятки их, и там сотни, может быть. И где они, почему их не видно? Или нам вы их не показываете? То есть вы вышли, там сотни тысяч людей вышли в Минске, и на этом все. Вы просто вышли погулять. Это не политика, ребята. Да, у вас официальные политические структуры изничтожал Лукашенко по тому же принципу, как уничтожал Путин. И они официально вы существовать не можете. То есть, если пока вам государство не платит, вы политиками быть не можете. Вы не можете быть просто достойными людьми, представителями своей профессии, которые смотрят шире и поэтому становятся лидером государственного уровня. Вообще все мы принадлежим какой-то одной профессии и специалисты в чем-то одном. Но широкая образованность и широкие интересы делают из человека действительно достойного гражданина сначала. Где у вас эти достойные граждане? Вы их нам покажете или по-прежнему будете прятать в своей вот этой гуляющей толпе, которая на самом деле политикой не занимается? Уходи, уходи, уходи. Это не политика. Это то же самое, что у нас Навальный тут тоже выводил такие прямо вот сотни тысяч. И мы здесь власть.
Да какая вы власть? У вас нет ни правительства, ни программы, ни организации, ни коалиции, ничего нет. То есть вы пустышка. И вот вы, я прямо говорю, вы белорусы. Из тех, кто протестует, якобы протестует, непонятно против чего, сказали бы вам, мне Лукашенко не нравится, это не программа. Мне тоже Лукашенко не нравится, но это не мое дело, это ваше дело Лукашенко, а мое дело Путин. У нас есть партия «Великая Россия», у нас написана программа, у нас есть наша команда. Я не скажу, что она может справиться с государственным управлением полностью, но, по крайней мере, вокруг нее можно что-то собирать. Сейчас просто такие условия, что себе надо предъявлять претензии, потому что не собирается. Один раз попробовали собрать национальных лидеров, и тут же все предали. Тут же все предали. Те же самые лидеры, которых выдвигали, не бог весть что, но все-таки это люди с каким-то жизненным опытом, с политической позицией. Вот. Но вина наша, где наше коалиционное теневое правительство? У нас его нет. Но мы пытаемся, по крайней мере. А вы даже не пытались. То есть вы говорите, Лукашенко, уходи, а дальше вот пусть эти закулисные силы, не госдеп, какой там госдеп, он уже никому не нужен. А вот закулисные силы, которые вообще ничем не регламентированы, у них адреса и имени нет, они готовы вам поставить кого угодно, то есть своих тряпичных кукол. Вы хотите именно этого? Они сделают то, что сделали тут ельцинисты, они разграбят вашу экономику, они лишат вас, у вас нет политических прав, они все еще есть, вы еще можете выйти на улицы. Ах, там синячки, там кого-то там побили, но это пустяки в сравнении с тем, что ваша страна сохранилась как суверен, суверенная страна. Ваш правитель суверен, он может принимать решения. А у нас нет в Российской Федерации, у нас нет суверенитета, у нас государства как такового нет. У вас есть, берегите его. Берегите, это самое главное, самое большое достояние. Никто не залезет с руками и ногами и не отнимет у вас совладельцем, чего вы являетесь. И для нас это тоже программа. Для нас, если бы у нас, вот так гипотетически представить, чего, конечно, никогда не будет и быть не могло, чтобы Лукашенко стал президентом России. Я бы двумя руками за. Потому что за те же 20 лет, что правил Путин, если бы правил Лукашенко, то была бы совершенно другая страна. Ну, совершенно другая страна. Она бы не была похожа на Беларусь, но она была бы значительно лучше. Она была бы по уровню экономики на голову выше нынешней РФ, по уровню там, науки, культуры, образования, медицины на голову выше. Ваш лидер плох. Но куда уж хуже все остальные на том же самом постсоветском пространстве. Не будем говорить о том, что суверенитеты и в Западной Европе, тоже, и в Центральной, тоже сданы. И там тоже нет суверенитета. И там правит непонятно кто. Тоже без имени, без названия. Не политический, не публичный субъект, закулисный. Вы хотите, чтобы правило за кулисой. Да, у вас будут свободные выборы, результаты которых вы не будете контролировать. Но иллюзия свободы у вас будет. А править будут деньги, которые у вас же отнимут. У вас же отнимут. То, что происходит в Российской Федерации. Деньги отнимают, пилят эти деньги и отчехляют какую-то часть на организацию политического процесса. На какой-нибудь там национальный фронт, на все эти партии парламентские, чтобы их подкармливать беспрерывно. Это большие деньги, если так неофициальную часть подхватить, это грабеж чудовищный. Вы хотите такого же грабежа? Да, Лукашенко, у меня очень много претензий, и я лично его, как вот со стороны нашего русского национального движения, он никогда к нам не обращался, никогда никакого диалога, ничего. Хотя мы предпринимали несколько раз попытки, потом бросили хоть какой-то диалог наладить. Нет, этого не будет. Этого не будет, он работал только с Путиным, больше ни с кем. Ну, раз так, значит, ты путинист, хоть и не живешь на территории России. Поэтому не будет у нас поддержки Лукашенко. Но тех, кто идет ему на смену, хочет прийти. И кого вы подразумеваете, похлопывая и прикрикивая «уходи, уходи», это враги России и русского народа. Несомненно, враги. И вы должны знать, что это враги. И вы должны знать, что конфронтация в этом случае, конфронтация с Россией будет организована, что бы там кто ни говорил, она будет организована вплоть до войны. Я уже не говорю, что это отсекает Россию окончательно от Западной Европы,
Ну, может, это было бы и к лучшему, то есть это каблучок на горлышко путинистам. Вот как они будут нефть, газ продавать, если тут на клапане будут сидеть ваши негодяи? То есть одни негодяи, другие негодяи. Ну, они просто договорятся по деньгам, и так же будет отчехлять Российская Федерация, как отчехляла Лукашенко. Но тут-то это все было на пользу белорусскому народу, братьям. Нашим братьям, по сути дела, один и тот же народ. А то, что предполагается, будет ну, просто еще одним налогом на нас. Нам, с точки зрения чисто прагматических интересов, конечно, лучше пусть бы остался Лукашенко. Но с него требования, где твой преемник? Покажи его нам или покажи 10 преемников, а потом, пожалуйста, устраивай свободный выбор среди них. Вот он даже этого не может сейчас сказать, он не может сказать, вот, пожалуйста, вот 10 человек, среди них выбирайте, смотрите, вот достойные люди, я их представляю, и вы можете проверить их биографии, их счета там и так далее, и так далее. Он же этого не делает, вот, поэтому как поддерживать Лукашенко? Не за что поддерживать, то есть нет той рукоятки, за которую можно было схватиться и там потянуть куда-нибудь. Вот. А уж всех этих Тихановских, это просто, ну, я и говорю, тряпичные куклы. Это то, что надо сразу выбрасывать на свалку. Все, там кто-то ими попользовался. Их выбросят в любом случае. Но давайте лучше вы их вышвырнете. А будете искать своих действительно национальных лидеров. А у нас вообще-то общий должен быть национальный лидер. Один. Один на оба государства, ну, псевдогосударства, которые должны объединиться и... Тот, кто в Белоруссии выступает, кого стоит поддержать, должен сказать, я сделаю все, чтобы Россия и Белоруссия были одним государством. И у нас в Российской Федерации мы не поддержим никакого политика, вот мы со стороны русского движения, никакого политика, который скажет, не-не-не, это суверенитет, это святое, это нерушимость границ и так далее, и так далее. Нет никакой нерушимости границ. Даже если там где-то это записано было, ну было записано в Хельсинской декларации нерушимость границ, так кто на это посмотрит? Наплюют на это. Ну, признали суверенитет постсоветских республик еще, когда от них ничего еще не было, и уже признали. Поэтому все то, что написано на бумаге, это ничто. Должен какой-то противовес быть. Они признают все. Вас обманули на выборах, вас еще раз обманут, только на этот раз признают все. То есть обман, вы хотите, чтобы вас же и обманули, снова опять обманули. Хорошо, сейчас вас обманули, но сейчас у власти остался человек, для которого суверенитет Белоруссии – это святое. Да, он, поскольку Российская Федерация возглавляется оккупационным режимом, поэтому ему приходится варьировать свою политику, многовекторность, туда обратился, сюда обратился. Но если не будет суверена, то не тот, кого вы выбрали, будет направлять политику Белоруссии, а тот, кто будет дергать за скрытые бечевочки. И они уже есть, они же очевидны, они очевидны. И вы на стороне вот этой нечисти. Я говорю еще раз, я бы их повесил, вот какая там площадь независимости или там что там у вас, в центре Минска, вот там бы прямо повесил бы, и вот они бы висели, я бы наплевал на все это международное право, на неэстетичность этих вот висящих трупов, я бы их повесил. А то, что вы синячки там какие-то получили, мне, честно говоря, на это абсолютно наплевать. Вы будете там жаловаться, говорить, ах, полицейский беспредел, у нас полицейский беспредел, без перерыва, у вас его не было до сих пор? Здравствуйте, демократия пришла, у нас это постоянно. Вы говорите, а что же вы тогда скулите, когда вас там бьют и так далее, и так далее? Так это вы скулите. Вы ни слова, ни полслова не сказали, что в Российской Федерации полицейский беспредел, судебный беспредел, беззаконие, тотальное беззаконие судебное. Так вы к этому идете. Так вы шаг сделали, получили дубинкой. Вот вас встречает демократия. Хотите этого? Поэтому, братья белорусы, гоните в шею всех этих Тихановских. Всех этих западных ставленников. От Лукашенко требуйте выборы, правильно. То есть надо сказать ему, через 2 года выборы без тебя. Вот это нормальная программа. Но только те, кто будет баллотироваться, вот прямо сейчас, давайте свои программы, давайте широкое обсуждение,
там, сям и так далее. Тут отсюда из Российской Федерации тоже всякая шваль будет ставить условия вам. Я уже посмотрел одну передачку на канале «Россия-1». Всякая шваль обсуждает, что вы должны делать. Вот, то есть соучастники госпереворота здесь у нас в Российской Федерации. Поэтому этих слушать не надо. Простой принцип. Да, хотите выбрать, в конце концов, не выборами все решается. Но должна быть национальная элита. Она у нас должна быть общая. Поэтому выдвигайте достойных людей. Не Тихановскую вообще, просто отребье какое-то. Просто ничтожество. По судьбе никто. Ну, найдите людей действительно с достойной судьбой. Предприниматель или там ученый, или там крупный деятель, я не знаю, там медицины или в образовании, имеющий какой-то опыт управленческой работы, имеющий нетривиальные мысли, какие-то труды, просто культурный и интересный человек. У вас что, нет таких? Почему же вы выступаете на стороне всякой мрази за единство России, Украины и Белоруссии? Россия, Украина и Беларусь – настоящая Русь. Слава Руси!